В зрительном зале 93-й школы исключительно почетные гости. Это ветераны, которых заслуженно чествуют за их долгие годы работы. Но пожилые люди, хотя они не любят этого слова, уверены, что такие праздники в первую очередь полезны для подрастающего поколения. А вот те, которые помоложе, пусть посмотрят, что можно чего добиться. Мы же из простых семей, так что все повидали, все слышали, все сделали. В День пожилого человека депутаты Самарской городской думы поздравляют заслуженных ветеранов. Такие встречи проходят регулярно, чтобы люди чувствовали себя нужными и делились своим бесценным опытом. Мы вспоминаем людей очень заслуженных, которые провели трудовую деятельность, находятся на заслуженном отдыхе и, может быть, обыденной жизни там немножко забыть и насладиться радостью, которую вот ребята нам дают возможность на сцене там свои таланты показать. Как и на любом празднике, гости получили не только яркие номера, красивые танцы и звонкие песни, но и приятные подарки, чтобы жизнь была немного слаще. Андрей Горгуленко, Григорий Пешаков. События.